Торжественные мероприятия по случаю Дня милиции прошли во всех городах Приднестровья. Особое внимание этому празднику обращают в населенных пунктах, где стражи правопорядка более 20 лет назад принимали активное участие в защите независимости республики. За молодое государство погибли милиционеры Дубасар и Бендер. В 1991 году 48 сотрудников вышли из состава полиции Молдовы и перешли на сторону приднестровского народа. Так началась история Дубасарского РОВД. Создавать органы правопорядка пришлось с нуля. Именно в правоохранительные органы обращаются люди за помощью в трудную минуту. И вы с честью выполняете свой долг в любых самых трудных условиях. И хочу пожелать, чтобы у вас всегда были надежные тылы, чтобы вас всегда ждали дома и чтобы вы всегда туда возвращались. Сейчас Дубасарский РОВД демонстрирует неплохие результаты. За 10 месяцев этого года общая раскрываемость преступлений составляет более 87%. По линии экономических преступлений – 100%. Отец мой, Чеприна Геннадий Анатольевич, тоже сотрудником милиции являлся. Он погиб при исполнении служебных обязанностей. Рад, что тружусь в данных органах. Работа очень нравится. Конечно, работа неспокойная, тяжелая, но горжусь тем, что служу в органах внутренних дел и пошел по стопам своего отца. В Бендерах в 91 году из отдела полиции Молдовы на сторону Молдой Республики перешли всего 5 сотрудников. В годы защиты Приднестровья от вооруженной агрессии молдавских националистов погибли 5 милиционеров, 47 были ранены. Время пролетело мигом. Сделано было, конечно, многое, очень многое. Прошли тоже довольно-таки сложный период. Период становления милиции, формирования ее. Потом война, потом опять становление и в итоге большой, трудоспособный, деятельный отдел внутренних дел получился. Сегодня сотрудники правопорядка в этом городе с повышенным режимом безопасности работают в непростых условиях. Естественно, мы сталкиваемся с проблемами, когда наши оппоненты пытаются нам вставлять палки в колеса различными способами. Мы неоднократно за 24 года выполняли свой долг, участвовали в локальных конфликтах, в различных родах ситуациях, из которых мы выходили только победителями. А вот в Григориопольском РОВД работает 117 сотрудников. В день милиции здесь минуты молчания почтили тех, кто погиб при исполнении служебного долга. В этот день мне хотелось бы пожелать всем сотрудникам милиции, но, естественно, сотрудникам Григориопольского РОВД, в частности, крепкого-крепкого здоровья, надежных тылов, светлого неба над головой. Но если говорить профессиональным языком, то самое главное, это чтобы процент раскрываемости был как можно критически высок. Погибших при исполнении долга сотрудников милиции вспоминали и в Рыбнице. Здесь прошел митинг-реквием у памятного знака. На гранитные плиты возложили живые цветы. Участник Великой Отечественной войны и ветеран Министерства внутренних дел Филипп Оловягин говорит, что для него 10 ноября – особенный день. День милиции назначенный, вот сегодня по радио передавали, 63-го года. День милиции. Я все время справляю День милиции в праздником. И очень горжусь этим праздником, потому что это почетное звание. И мы держим народ в компакте, в мире. Приднестровской милиции уже 24 года. Во всех городах прошли торжественные собрания, на которых прозвучали поздравления с профессиональным праздником. Отличившимся сотрудникам были вручены государственные награды. Александр Лагутин, Первый Приднестровский телеканал.